Здравствуйте. Нас никто не объявляет, я сам объявлю. С вами группа «Сон разума». Очень плохо, что мы собираемся в такой обстановке. Цой был хорошим парнем, хорошо писал музыку. Давайте просто немножко, хоть немножко помолчим, хотя бы несколько секунд, вспомним его. Спасибо вам большое, ребята. Цой жив? Цой жив? Цой жив! У Витьки были очень грустные песни. И сейчас мы сыграем одну из этих грустных песен. Называется она «Письмо», прощальное письмо лету, да, вроде? Кончится лето, правильно. Петь будем вместе? И пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нет. Скоро кончится лето, идет четвертый день, хотя по радио сказали, жарко будет даже тень. Впрочем, той тени, где я пока, и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Идут чередом, перейдем, отрывем, в общем, весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, я сижу в тишине, чего и рад вполне. Надежды нету, скоро кончится лето. Работает кран и закрыт пятый дом. За углом ресторана, на столе стоит банка, а в банке тюльпана, да где стакан? Так и тут за годом год, так и жизнь пройдет. И всякий раз масло вниз и пойдет бутерброд. Но может будет тот день, может будет тот час, когда нам повезет. Надежды нету, скоро кончится лето.
скоро кончится лето. А там я жду ответа. Больше надежд нету. Скоро кончится лето. Без этой песни никуда!